Первоуральске выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса, который следовал по маршруту номер 3. Поздно вечером на улице Фурманова грузовой автомобиль с полуприцепом врезался в паз, в салоне которого в момент столкновения находились три пассажира. По предварительным данным, водитель тягача выбрал небезопасную скорость, из-за чего полуприцеп занесло на встречку, где в него въехал автобус. В результате столкновения 57-летний водитель ПАЗа получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу. К счастью, пассажиры автобуса не пострадали. Установлено, что предполагаемый виновник ДТП имеет стаж вождения более 30 лет. В момент столкновения был трезв. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии. Тех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят обратиться по телефону, указанному на экране.